На старт! Марш! По команде тренера Игорь Твердохлеб устремляется вперед. Ни недавняя травма, ни сильный ветер, ничто не может помешать тренировкам. За плечами мастера спорта десятилетия занятий легкой атлетикой, усердные тренировки и участие в международных соревнованиях. В мыслях – желание побеждать. Кросс-нации для Игоря – это проверка своих сил перед чемпионатом Крыма по марафону и полумарафону. Это главная тренировка, потому что там будут конкуренты, люди, в которых я хотел бы выиграть. Так это будет, для меня это будет испытание. По словам тренера-атлета Ольги Самсоновой, трасса кросса наций имеет ряд особенностей. Наше городское кольцо очень интересная и сложная трасса. Почему? Потому что вся большая морская, это идет подъем, горка, и очень сложно ее преодолеть. И она требует подготовки и силовой подготовки, подготовки на выносливость. Среди профессионалов развернется настоящая борьба. Забег обещает немало сюрпризов, но это для спортсменов. А для любителей, по словам тренера, важно победить самого себя, прийти в воскресный день и пробежать всю дистанцию кросса наций. Регистрация участников начнется в 8:30 на площади Нахимова. Открытие соревнований в 10 часов утра. Евгений Непот, Александр Листопад, Севинформбюро.